Доброе утро, меня зовут Дмитрий Военков. На этой неделе мы рассказывали про мебель из массива, и сегодня мы подведем небольшие итоги. Такая мебель абсолютно экологична, приятна на ощупь и никогда не выйдет из моды, но при этом боится высокой влажности, перепадов температур и механических воздействий. Если использовать ее для детской, то стоит помнить, что стоит она недешево, поэтому ее вряд ли оценят дети маленького возраста. Но если вы хотите сделать детскую в классическом стиле, с большим количеством декора, патины, резьбы, то массив в этом случае лучшее решение. И для спальни в классическом стиле массив – это тоже идеальный вариант. Он позволит создать изысканное изголовье и прикроватные тумбочки. Только помните, чтобы ваша кровать со временем не заскрипела, нужно использовать либо твердые породы древесины, либо металлический каркас, на который будет опираться матрас. Ну и конечно, рабочий кабинет – это идеальное место для использования мебели из массива. Она позволяет подчеркнуть статус владельца, а также никогда не выйдет из моды, создает рабочую атмосферу. Только не забудьте наполнить ваш кабинет различными фишками, скрытыми выдвижными ящиками, поворотным мини-баром, либо раздвижными дверцами. Но если вы рассматриваете мебель из массива для вашей кухни, то помните, что нужно использовать только твердую древесину с правильной обработкой и бережным отношением. Если вам понравилось это видео, ставим лайки, делимся с друзьями, а главное, подписываемся на канал, чтобы узнать самые свежие новости в теме интерьерного дизайна.